они там боровики, не боровики. Короче, там целый класс. Он прекрасен. Здесь обычно проводятся человеческие жертвоприношения. Так. А много ли корова дает молока? Молока не выдавишь. За день устанет рука. Сама по себе сдохла. Или муравьи ее обожрали. А вот первый. А вот и второй. В общем-то, будете в Гималаях. Без грибов не останетесь. Никто тут их вроде не собирает особо. А вот дождевичок. Решка накоренилась хорошенько. Как вам влажность? Влажность хорошая. 100%. Да, примерно 100%. Грибов, соответственно, много. Если верить картам, где-то рядом с нами пролегает две тропы. Вот даже коровка тут прошла недавно. Там целая гроздь маслят. Называется спортивная фотоохота на грибы. Поймал, отпусти. Вот смотрите, уже облачко. Манаслу ривер типичнейший. Протекает вот оттуда и вот туда. Но если честно, то наоборот. Оттуда туда. Вот там вдалеке я вижу прям что-то хорошее, но идти вообще неохота. Поэтому не пойду. Конечно, сбор грибов без непосредственного сбора — дело довольно глупое. Но поскольку грибы нафиг не нужны, то мы их оставляем на месте. Еще утром шел дождь. Вот, кстати, вот это вот, по-моему, грусть. Это абсолютно определенно. Грусть есть. Не знаю, продаются ли в Монали соленые грузди. Если нет, то это большое опущение. С двух сторон. Так. Ой, вон отличнейший. Наверное, схожу, посмотрю. Не знаю, что это. Вот может это белые грибы. Прям такой хороший, сухенький. Посмотрите. Чем это не белый гриб, скажите мне? Какая поляночка. Так, вот, ребята, грусть приличных размеров. Непонятно, червивый или нет. Неохота его ломать. Вдруг тут кто-то собирает, солит, маринует. По крайней мере, борщ нам сегодня печали грибами и посолью. Да. Значит, грибы откуда-то берут. Вот теория грузди собирательства гласит, что рядом должно быть дофига груздей. Фиг его знает. Ну вот дерьмо какое-то лежит. Так. Ну и здесь такая трава, что по идее как бы не скрыться особо негде. Разве что вот в этой вот, в этих иголках. Ну, вроде не видать. Короче, если бы я здесь жил, я бы солил грибы. Продавал. Причем тоннами, да. Да, продавал бы дорого. Еще я там видел белый гриб. Ну, насколько я разбираюсь, я в них плохо разбираюсь. Их всего несколько выходил в жизни. Особо не заглубляемся, идем
вдоль условной тропинки. Ну, вернее, довольно нормальная тропинка, просто после дождя. А вот там вот, если посмотреть гуще событий, вон там, например, грибов полно. А вот и рыжик. 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 В общем, все грибы наши сибирские. Это у нас дождевики опять. Молодые, свеженькие. Немного откусанные сбоку. Так, а вот и цикада, кстати. Где, наверное, жрали уже. Ну, насколько я представляю, это цикада. Она уже пустая, наверное, или сама по себе сдохла. Или муравьи ее обожрали. Вопрос открытый. Ой, вон какие красивые. Ну неужели это не белые? Смотрите. Вон они. По мне так белые. Опять же. Ой, какой красивый. Дима, иди посмотри. Какой? Ну вот разве это не белый? Скажи мне. По-моему, это белый гриб. Если я что-нибудь понимаю в грибах. Вот. Я собирал, но очень мало. А вот цикада, пожалуйста. Ну, ее труп возьми. Кидай на землю. Ну, зачем? Не, ну это белый, это стопудово. Ну, или из разряда вот этих вот, какие-нибудь там боровики, не боровики. Короче, там целый класс. Он прекрасен. Во! Домик. А вот кто-то потерял здесь свои рога. Зацепился, наверное. Да. Можно ночевать. Тут по тропе. Да, вот так идешь. В лесу. Думаю, заблудился. Тут тебе корова, пожалуйста. Хочешь, дай. Хочешь, отбивные. Я не серьезно. Так, как вас объехать-то? Уважаемая. А много ли корова дает молока? Молока не выдаешь за день, устанет рука. Да. Корова. Кто-то не знает, наверное, тоже мыслят. Какие-то бледные. Совершенно неожиданно. Вот. Вышли к какому-то сельскохозяйственному оборудованию. Здесь обычно проводятся человеческие жертвоприношения с помощью вот этих вилочек, а также гвоздей и прочих штук. Вот смотрите, сколько вил. Какие-то птички, уточки. Ну, традиция говорит нам, что всякие такие штуки надо обходить по часовой стрелке. Не забывая, конечно, про грибочки. Вот они. Священные. Ну, а здесь у нас открывается отличнейший вид. Вторая часть Манали. А вот там Нью Манали. Олд Манали, Нью Манали.